В Сочи дали старт фестивалю молодежи и студентов. В эти выходные в Олимпийском парке начала в работу выставка регионов. В Краснодарском крае сейчас находится и представительная делегация из Чувашии. 125 участников и 60 волонтеров. Накануне с ними встретился глава республики. С места событий наш репортаж. Под одной крышей в выставочном центре народы необъятной страны. Из республики Тыва в Сочи привезли настоящую юрту. Музыка тувинцев звучит особенно колоритно, когда ее исполняют при помощи национального инструмента тар. А гости из Якутии показали всем традиционные танцы своего народа. Экспозицию Чувашии по праву назвали самой спортивной. Здесь давали нормы ГТО. 50! Девчата! Большая делегация! Президенту Олимпийского комитета показали и ноу-хау из Чувашии. Мобильную станцию для подзарядки телефонов. А если у вас не поддерживает, то есть такие суперколечки. Не исключено, что такие станции пригодятся и на предстоящем чемпионате мира по футболу. Александр Жуков отметил, что республика достойно удерживает позицию самого спортивного региона страны. В дни фестиваля большая часть делегатов из Чувашии намерены выйти на старт марафона. Вон, на сколько? 2017 метров и 4 километра. 4 километра это на результат, а 2017 просто на значок, что они приняли участие. Это максимальное количество людей, наверное, будет участвовать практически. Если в долевом соотношении, то это историческое событие, когда старт дается на этом фестивале. Фестиваль стирает границы. В Сочи приехали гости более чем из 180 стран. На полях Всемирного форума завязываются новые контакты. Запомнился парень с Филиппин. Мы с ним вчера познакомились в Олимпийском парке. Он рассказал про свою страну. Я рассказал о том, как наша молодежь развивается и самореализуется в Чувашской республике. Делегации регионов и зарубежных стран на фестивале обмениваются опытом. Нам есть чем гордиться, нам есть чему поучить, как другие регионы, так, я считаю, и чем поучиться и другим странам. Каждый пятый молодой человек нашей республики является волонтером. У нас очень развито общественное движение детских и молодежных общественных организаций. Фестиваль молодежи и студентов продлится до конца недели. В программе сотни мероприятий, круглые столы, конференции, образовательные тренинги. Вот пройдет этот фестиваль, они будут оценивать, вспоминать, общаться, переписываться и так далее. И кто-то найдет с помощью этого фестиваля достойное место. Старт фестивалю дали в торжественной обстановке. Грандиозное шоу состоялось в Ледовом дворце Большой и на Олимпийской площади. Участники фестиваля из Чувашии и наша съемочная группа в гуще событий. Впереди насыщенная фестивальная жизнь. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев. Республика из Сочи.